Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия. И, к сожалению, не могу вас поприветствовать так же, как обычно, потому что я вошла в обновление, и эта иконочка мне ничего не позволяет сделать. Сегодня у нас обновление «Спаси наездника Томпсона». Наконец-то мы его освободим, потому что я и Каролина обожаем всадника без головы наездника Томпсона, и бедные призраки, потому что наш любимый колдун заставляет их танцевать без конца, они уже устали. И вы могли это заметить, если каждый день заходили и разговаривали, их становилось все больше и больше, и они уже не понимают, они говорят, мы не хотим танцевать, мы устали, почему? Мы хотели просто отдохнуть. Так, потом, да, значит, вот наша помощь нужна в цитадели, и еще неделька, по-моему, из новостей осталось гран-при, так что еще недельку оно будет активно, поэтому спешите. Да, заранее извиняюсь за свой внешний вид, за неподготовленную ситуацию. Просто мы с Каролиной тут гуляли, как всегда, ночное время суток. Да, ау. И поэтому так вышло, что я оказалась в осени. В общем, так, во-первых, где тут портал? Ага, немного не туда. Пока я еду, хочу рассказать о некоторых хороших новостях StarTable Online. Нам будут обновлять чат. Ребят, я вообще очень радуюсь, что в этом случае разработчики делают прогресс и бета-тестирование каких-то таких вещей игровых очень быстро, потому что только недавно они делали сообщение, что это будет только в Австралии. Потом они сказали, назвали список европейских стран, где это будет бета-тестироваться. А сейчас они уже нас предупреждают, что ждите, скоро это будет и у вас тоже. Вот. Мне очень интересно, как будет работать этот чат. Надеюсь, он не будет блокировать сочетание букв, и мы снова сможем спокойно себе заниматься в манеже, печатая через чат, потому что нашему клубу лично пришлось в срочном порядке переходить на Discord, а не у всех он, к сожалению, есть. Так, ну, это я новость сообщила. Очень-очень ее жду. И давайте же все-таки поедем, посмотрим, что там творится. Ой, в нашей любимой цитадели. И да, ребята, я знаю, что вообще, я поздравляю тех, кто прошлое мое видео с Каролиной посмотрел до конца, без перемоток. Ребят, вы чемпионы. Вы просто высадили, вы просто смогли просидеть почти 50 минут времени. 50 минут времени, смотря, как я и Каролина бегаем по Хэллоуину, что-то пытаемся делать и все такое. Так, ага. Значит, такой предрассказ. Да, тут праздник, тут уже дофига этих призраков танцуют. И наш дорогой друг, которого я вечно произношу неправильно. Идрис. Почему же я Ир хочу вначале говорить? Вот, понял, что что-то пошло не так. Уф, за неделю гостей стало многовато. В такой обстановке уже не до уютного общения, не правда ли? Так, следуй за Идрисом башню. В замке собралось столько беспокойных духов. По правде говоря, я начинаю немного волноваться. Конечно, поначалу я обрадовался так целой толпе гостей, но теперь здесь стоит такой вой, что я сам себя не слышу, когда мертвых больше, чем живых, это дурной знак. Там, кстати, музыка на фоне играет. Просто она у меня тихо сделана. Возможно, всадник без головы сам взял на себя эту миссию, а может, кто-то наложил на него это проклятие. Ясно одно, никто кроме него не может помочь блуждающим душам найти покой. Нужно вернуть его на пост, иначе наш вечер, каким бы прекрасным он ни был, затянется навечно. Мне нужно снять чары с башни, где я заточил наездника Томпсона. Давай встретимся со мной на острове заколдованного леса. Ага. Ну, вообще, Идрис, ты молодец, как бы. Ты даже у духов не спросил, хотят... О, боже мой. Хотят они того или нет, но я вот очень-очень хочу освободить уже нашего любимого наездника. Я по нему так соскучилась. Ставьте, кстати, лайки и пишите комментарии, если Хэллоуин в StarTable — это тоже ваше самое обожаемое время года. А на втором месте идет деревушка Санта-Клауса. Потому что... О, боже. Кстати, кто сказал, что это кобылка? Мне интересно, как вы это выяснили? Я просто не помню. Дарья, скажи, ты несносной кобыле, что мы не причиним ей зла. А вон я на заднем фоне. Фыркает. Я вижу, что мы пришли к пониманию, лошадка. А теперь позволь мне выйти на сцену и снять с башни чары. Ну-кась. И что, все?
А где магические танцы с бубном и фиолетовая магия, я не знаю. Я, кстати, хотела на самом деле это видео снять на магическом коне, которого я купила, но так получилось, что все-таки на драгинине, который, кстати, тоже очень важен теперь для меня, особенно в Хэллоуин. Ух, как там серо-то. Зайдем внутрь. А, я так понимаю, мне нужно слезть с лошади. Я же умная, да? Я же правильно делаю? А, да. Башня сожалений. Изумительное место. С тех пор, как я заточил здесь наездника, башня совершенно изменилась. И я тут ни при чем. Мы словно попали в совершенно другую реальность. Не ожидал встретить подобную магическую изобретательность в мире людей. Как бы там ни было, нужно двигаться дальше. Ага. Угу. Угу. Так. А он что, выходить не хочет? Вот те раз, это не одно из моих восхитительных чудес. Похоже, кто-то здесь не рад нашей компании. Птичка моя, ты справишься с этой неприятностью или мне стоит использовать магию? А, я справлюсь. Ну да, я же там избранная какая-то. Чё, нет? А он стоит. Что, нет? Чего? Можно не трясти, пожалуйста. О, так-то лучше. А то мне сложно сконцентрироваться. Так. И чего? Сожаление о том, что изменил себе. О таком никогда не забудешь. Так. Сожаление о потерянной дружбе. Последней наградой за верность стало предательство. О, как. Сожаление о содеянном. Если страдать невиновные, какое этому может быть оправдание? Угу. Сожаление о том, к чему может привести верность о выполнении приказа, даже если они не велят, они велят поступить плохо. Я чувствую здесь присутствие чьей-то еще магии. Я уже снял все чары, которые наложил на башню, и все же что-то не отпускает всадника без головы. Пожалуй, стоило внимательнее изучить башню перед тем, как заточить его здесь. Судя по всему, средство, которое поможет снять чары, за одной из этих дверей. Каждая ведет к важному предмету из прошлого наездника. Может, это что-то, чего ему не хватает? То, что он давно отчаялся найти. По-моему, портал к жуткой поездке по маршруту появился тогда же, когда я заточил наездника. Возможно, если ты следуешь этот маршрут, найдешь пути, которые приведут утраченным предметам. Принеси все эти предметы, может быть, они смогут помогут снять барьер. Так, ну... Ну давай, давай, птичка моя, забери предметы, которые найдешь во время жуткой поездки по маршруту. Ага. Ага. Так. Ну, учитывая то, что... чего? Амулет. Ну, давайте я просто посмотрю, чтобы понимать, чего я вообще ищу. Амулет. Осколок. Я это видео постараюсь сделать намного короче, чем предыдущее. Амбрелл к знамени. Знамя. Ткань, значит. Вот, и, наверное, просто либо уже окажусь здесь же, когда все найду. И тлевший рисунок углем. Или буду включать вас, когда уже... Когда буду находить эти все эти предметы. Ой. В общем... в чем суть? Так как вы либо уже все собрали, я в этом уверена, вы же молодцы, вы же любите Хэллоуин, да? Вы же все за Хэллоуин. Ну а даже если вы не за Хэллоуин, то все равно здесь интересный шмот, интересные питомцы, эти интересные скакуны. То вы уже знаете, что будет подарком в конце, и я, если честно, буду выполнять это задание только ради этого. Ну и потому что я хочу освободить своего любимого всадника. Вот, так что давайте... Ай-яй-яй. Я подвисаю. Давайте уже встретимся, когда я непосредственно, наверное, найду все это. Так, вот, я уже нашла один портал. Что? Воспоминания старой ведьмы. Так, ну это а-ля домик нашей ведьмы, который... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это что такое?
Человек, которого называют наездником, верно служил своему господину. Как ты думаешь, что это значит? Наездник сокрушал любого, кто вставал на пути Ярла и совершил много недобрых дел. Он прекрасно знал, что поступает дурно, но верность Джону Ярлу не давала ему отступить. Верность — слабое оправдание для того, кто боится противостоять злодеям. Рано или поздно на твоей стороне не останется никого. Так и вышло. Наездник Томпсон получил за свою верность по заслугам. О, грустненько. Так, и еще один портал. Получается, второй по счету. Так. Воу. Ну, Томпсон, ну не надо! Ну не надо! Так. На земле лежит амулет. Ага. Второй предмет. Катаюсь я тут. И если честно, я в первый раз натыкаюсь на друга Идриса. Дарья, не ожидал такого от себя, но я рад тебя видеть. Изведи меня к мистеру Идрису, умоляю. В этом лесу возятся призраки, точно тебе говорю. А, ну, это как было с осликом-призраком. Ну, понятно. Так, вот еще один портал. Воспоминания палача. Что ж у него все так грустненько-то? Ну-ка. А, голову отрубили же. Так, мы говорили себе, что мы солдаты Ярла, мы просто выполняли приказы. На самом деле мы делали это из страха перед зловещим человеком на черной кобыле. Его всегда сторонились и люди, и лошади. Когда ему снесли голову, все были рады, но мы думали, что все закончилось. Может, если бы мы попытались разобраться получше, все сложилось бы иначе. Томпсон. Так, и вот последний портал с котиком. Воспоминания Ярла. Ага. А я знаю, где это. А я помню, это около Фортпинта пещера. Ну, кстати, продолжения же там нету. Так. Ты будешь меня спустя столько веков, меня, кто был когда-то Джоном Ярлом, правителем всего Юрвика. Ты здесь по просьбе наездника Томпсона, как ты смеешь упоминать про меня это имя? Ага. Я не хочу вспоминать этого человека. Забирай вещицу и убирайся. Его настолько все ненавидят. Ну, ладно, сейчас мы все узнаем. Кстати, я поняла, что чат, похоже, уже сделали. Я думала, что в скором времени, однако нет. Вот я написала, что это чату не понравилось. А! И вот, система твоего сообщения не одобрена для отправки. То есть, похоже, она уже введена. Или они написали, что будет введено, но в итоге ввели уже сейчас. Ну, надо будет, кстати, как-нибудь проверить. Итак, мы принесли все вещицы. Все? Да, все вещицы. Будем их обменивать. Да. Обмен. Обмен. И сейчас мы выпустим нашего Томпсона. Если честно, мне всегда его было жалко. Когда впервые вышел обновленный Хэллоуин, мне это было так жалко слышать плач его перед входом в портал. Превосходно, птичка моя. Посмотрим, какие тайны нам открылись. Угу. Давайте исследуем. Он в комочек, что ли, свернулся? Так, а кобылка тут осталась. А что-то кобылка тут осталась. Что случилось? Похоже, башня устроена так, что собственное сожаление удерживает его крепче, чем мое колдовство. Но чар не осталось, он должен быть свободен. Неужели мы упустили какой-то невероятный секрет? А! Кобылка. Он с факелом. Кобылка спасла его. Ей! Ну-ка. Ага, ну я надеялась. Я надеялась с ним поговорить.
Расскажи наизнику о призраках. Шанте, месье, всадник без головы, рад, что вы снова с нами. Надеюсь, вы простите мне мою оплошность. Мы можем спорить до бесконечности, но я хочу сказать, что очень сожалею о случившемся. Да, получилось некрасиво, но, уверяю вас, у меня были самые прекрасные намерения. Я лишь хотел порадовать заплутавших духов магией и чудесами. А теперь эти души просят вас о помощи, вы ведь их слышите. Просто взял и ускакал в закат. Потрясающе, не правда ли? Говорят, что всадник без головы совершенно лишен света Айды, но я никогда не встречал такой крепкой связи между наездником и лошадью. Ого. Сила этой связи. Я запомню, как она велика. Чё-то ты какой-то пиксельный, Идрис. Так. Так. Давай поболтаем. Здесь стало намного легче дышать. Возможно, моя неудача в итоге обернулась чем-то хорошим. Быть может, всадник без головы позволит мне остаться и завершить праздник только с людьми, а не с беспокойными духами. И ты потанцуй со мной, птичка моя. Я уже думаю, сейчас танцевать будем. Так, пойдемте посмотрим, что снаружи. А, всадник, наш любимый всадник. Наконец-то ты на своем месте. Как мы по тебе скучали. Стоять. Ой. Ой, а я раньше не видела. А чё это, а можно мне такие тыковки? Томсон, колись откуда? Всадник без головы подзывает тебя жестом. Кажется, он хочет тебе что-то передать. Боже, мать, боже. Из-за седла черной ковы появляется существо искрящейся энергии. Оно заполняет в твой рюкзак и остается там. А у меня с собой сумки-то нет. У меня сумки-то с собой нету. Ой! А интересно, если я сделаю так? Их так не работает. В общем, ребята, нам достался очень милый. Хотел сказать червячок. Что такое? Так, паучок. Нам достался очень милый, очень огненный паучок. Эта девочка, судя по бантику, составит компанию нашей розовой девочки-паучихи, которая... от профессора. Ну вот это такая лавовая, вообще классная. Когда увидела ее в спойлерах, я прям вообще очень мило, очень классно. Я рада, что ее можно вот так вот легко получить, потому что питомец на самом деле очень прикольный. Я вот теперь думаю, наверное, мне придется заходить за все свои аккаунты и выполнять эту цепочку квестов. Хотя вопрос, смогу ли я попасть в 8, надо будет проверить. В общем, на этом, наверное, все. Спасибо, что посмотрели это видео. Развлекайтесь Хэллоуином, пока он не ушел от нас окончательно. А с вами была я, Даналия, мой тракенин вороного окраса, ночной туз и, конечно, всадник Томпсон. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам и до встречи в следующих видео!